Итак, всем привет, меня зовут Денис, а на канале Фрейд Дэвис Плей. Мы продолжаем играть в игру под названием «Петля времени». В предыдущей серии мы открыли наконец-таки эту ракету, но чтобы она полетела, необходимо вальнуть всех идеологов. Соответственно, мы на данный момент будем идти к Вендзе, к этой бабе, которая размножается на 10 себя. И мы должны каким-то образом или заставить ее, или что-то сделать, чтобы она сдохла в тот момент, когда мы затопим этих двух влюбленных. Жалко, наверное, то, что стирается у них каждый раз память. Зато, наверное, секс у них каждый раз. Да-да, прикольно. Ладно, но это что они не помнят. А хер с ними. Что еще? Мы взяли невидимку. Мы ее зарегистрировали, скажем так. Теперь мы попробуем все-таки гранату чью-то, мину обойти. Невидимка. Хотя нахуй она мне надо, если я уже все открыл, правильно? В электропитании я же все открыл. Уже побегал два раза. Ой, ладно, короче, пусть будет. Пригодится. Мы бежим сюда. Делаем атата ей. Ага, только одно что-то. Ладно. Защищенное кодом устройство позволяет мне управлять разместизацией охранного оборудования Вензе. Ладно, пойдем, короче, что-то будем делать. Где-то что-то найдем, где-то что-то поломаем. Где-то что-то, может, отремонтируем. А, не, я только что придумал. Я ж могу тут-то пойти и сразу уже деактивировать этот... Как он там называется? Ну, короче, ту херню профессора, чтобы он показался там. Короче, не пойдет. У меня ракета-план, а тебе завидно. Конечно, мечтал разбиться в ржавом ведре. А что, я на нем уже летал? Тогда почему я до сих пор на острове? Да потому что ты в итоге все понимаешь, остров Но классный. Почему утром я хочу все прекратить? Это лучше ты мне объясни, одна песня. Башка трещит, людей обманули, будто тебе есть дело. Да, мне есть дело. Да? Ну, уж как скажешь. Я взял не то умение. Я умею взял, не то, блядь. Бля, ёбана в рот. Надо бы все осмотреть, конец. Нет никакого движения, что ты пиздишь. Бедняжка. Ну прикольно, конечно. Такой стелс. Интересно, я могу пройти между. Ох ты, блядь, ты охуела, блядь. Слышь ты, говно мелко. Ой, блядь, не туда попал. У-ху! Все? Тю, блядь. То ты, блин, это самое. Везде идем, берем. То ты это самое. О, годится. Умение сразу. Прикольно, быстро. Вай. Кто там? Тихонько. Мерцание. О, можно подольше это сам. Прикольно. Эффект не убирается в момент. Аж те, что набегают. А вот они. Эффект не убирается в момент этого самого выстрела. Все? Все. Тихонько. Ты ничего не видел. Тебе показалось. Есть там кто? Нету никого.
Тебе показалось, я сказал. Бля, это херня как говнала. Что она будет трещить, не трещит? А ну-ка, интересно. Ну просто интересно. Ля, прикольно. Фиума. Есть там кто? Нету. Никто тебе. Никто тебе не поможет. Ты правильно сказал. О, мне надо отключить эту херню. Она далеко? 41 метр. Ой, да что ж такое-то, а? О, бля. А, так, трых-трых-трых-трых. Сюда трых-трых-трых, и чпок. Да, давай так. Сейчас. Ебать, четверых, ни хрена себе. Четверых. Хуяк. И не говори. Это не труп. Ебать, не попало. Фту! Я тебя сейчас втугну, блядь. Фту! Охуела, блядь. Туна делает. Вот что за фигня? Я там был. Хрен знает где. И оно достало. Сука, не достаю. А что она магнитится? Ляп. Ни к чему. Да понятно. Ох и долго. Так, Чувихин. Осталось Чувихин. Хуяк. Вот так вот. Вот так вот. Ага, тут нет уже. Раньше был. Присели. Ё-моё. Шо оно? А, да блин. Вообще не надо. Кто здесь? Как звать? Раз. Ещё где? Где-то ещё был. Вот там он был. А, это сейчас занята чуть-чуть. Всё, я понял. Чё она не нажимается? О, опять. Ой, заебись. Эта тема, никогда меня тут не это сам не фиксили. Сука. Знаешь что, пошёл ты нахуй. Таким, блядь, фиу-фиу, блядь, охуел вообще. В край, блядь. Пуф. Пуф. Опа. Он раз, два. Раз. А чё она? Раз. А это понятно, рядом. Да ты задолбал. Да не снимай. О. Раз, два. Там где-то туда был. Хер я не вижу ее. И там не вижу. Вон она. Раз. Три. Попу подо три. Четыре. Не достанет. Далеко. Вот
что тут-то? Шо, подряд вы получаете коммунальный бонус к урону? Сейчас не надо. Сейчас не надо, потом понадобится. О, я обычно заходил сюда, это самое. А теперь у меня нету. Ну, значит, будем ставить динамит. Где оно? О. Так, это... Еще раз. Это мина. Вот так. О, годится. Сейчас натыкаем. Я умею. Мне нужны выводы или данные. Помолчи, мешаешь мне читать. Мешаешь мне пиздить. Резидуум сохранен на 80%. Потери 20%? Принести сюда колбу из комнаты управления трудно. Резидуум исчезает во время перемещения. Это понятно. Но куда? Создание брелоков. Пизду, блин. Нужно повторить испытание. Блин. Посмотреть на результат. Если какой от тебя что-нибудь. А чё они не взорвали? О, одна есть. Ну еще одну. Чего вы не взрываетесь? Они меня что, не видели, блять, не пойму нихуя. Ой. Ой. Ну да. Вот так просто. Вот было больно, бля. Между прочим. Тихо. Не нервничай. Все, годится. Где она мигает? Мое. It's my. Давай. Не выебся. Я в прошлый раз делал. Ничего не надо. И активировать. Берем. И пошли. Хуяк. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хуяк. Сейчас. Такой, сука. Все ко мне, блядь. О, как быстро. Тихо, съебались. Дверь открылась. Дверь закрылась. Где? Охо-хо-хо, было больно, блядь. Было больно, ёпта. Ау. Ау, было больно. Ау, было больно. It hurt. Ай, не попал. Еще разочек. О, да. Ой. Оу, мазефака. Мазефака, макафол. Фака, мазефака. Оп-оп. Чувихан. Да ты охуел, ты что, с дробашом, блядь? У меня тоже есть дробовик. Сейчас. Где он, блядь, кстати, вот. Видала, блядь. Видала, нахуй, как. Как он ебенит, блядь. Это не ваши пуговки, блядь. Это все серьезно. Детка. Где вы, нахуй?
Ага, эй, здесь вот есть. Hello, блядь, мазефака. Я, блядь, супер простая. Непеременная, блядь. Тихонько, сейчас. Ну, вылазь давай. Продолжим. Продолжим. Что, блядь, неуничтожимая, я не понял. Вот это печально, сука. Все, отстись. Что там такое? Еще где-то? Он шумный и неуклюжий. Найди его. Ты там вверху. Эге. Чего? Блять, покажись, сука. Я тебя втащу. Хватит мне патронов. Да конечно, блядь, хватит. Теперь сначала перезарядись. Ну, не жадничай. Так, подожди. А, это пулемет, видимо. Open the door. Так. Истинный потенциал скрыт в сохранении памяти внутри петли. Бесконечное время дарит нам бесконечный Нихуя себе, вот это ты бесконечная. Блядь, 10 штук? 10 размножилось, сука. Я там был. Ничего интересного. Так, мне вниз. Мне в лабораторию. Мне надо пульки. Мне нужны пульки. Это не те пульки. Мне и так прекрасно. Это понятно. Это я просто нажал букву F. У меня рефлекс. Блин, вот это я понимаю, тут какой-то код. Да, открывается. Окей, нажал. Окей. Поехали. Код блокировки 5470. Нихуя пишет, а пишет. В избежание падения производительности активируйте систему только в случае чего? Серьезного риска. А как активировать? Смысл ее? Разгерметизация внутри центрального комплекса. А где этот комплекс? Меняется случайным образом в качестве. Меняется случайным образом в качестве вида. Комплекс. Я сейчас тут центрального комплекса. А что толку, что там с этим комплексом? Что у нас там? Отключается система. Блять. Не пойму нихуя. Код. Едальня. Ебальня. А это шо? На 30 литра него аона 50 не подключайте. Подожди. Не подключен к застройке комплекса. Кто бы сомневался? Покажи его открыть. Вот что ее интересует. Это и будет приманка. Но как передать послание, чтобы она услышала? Подожди. Объект появился примерно на 30 лет раньше программы Aeon. Это понятно.
Хорошо. Окей, какой объект, блин? Заметка о комплексе на складе в даунтаун. Комплекс на складе даунтаун. Склад даунтаун. Комплекс на складе даунтаун. Склад даунтаун. Склад даунтаун. Объект. Склад даунтаун. Даунтаун. Склад. Объект. Это там, где чувика генератором, что ли, получается? Стены стабилизированы на толщины не менее 30 сантиметров. Чтобы пробить брешь, потребуется много взрывчатки. Обсудить сможет или понятно. Запрет на аудиозамок. Занять одну из Винсент подделки. Это понятно. Очевидно, там прячется что-то ценное или удерживается что-то опасное. Тройное стальное. Да блин, это понятно, 8-6 метров. Можно кроме. Склад даунтаун. Склад даунтаун. А что там может быть в складе, интересно? Это будет ночью. Окно закроется, а значит, останется лишь одна из нас. Это. Тубит умеет редактировать и транслировать звук. Ах ты скрытный маленький киборг. А что если они разделятся? У меня нет времени гоняться за толпой Вензе по всему острову. Так, Вензе нужна дверь, Алексису нужна Вензе. Мне нужно собрать обоих на тусу и отжечь. А Тубит мне в этом поможет. Осталась всего одна. Да, вот это уже прогресс. Сука. Почему я сразу, блин, сюда не пошел? Не сделаю это все и... Где она худит? А, вот тут. Чтоб тубить сразу, блин, тю-тю-тю-тю и все. Пшли. Пшли со мной, ты мне поможешь. В этом нелегком деле. Так, мне туда и надо. И процент ошибок при попытке что-то угадать превышает допустимую погрешность. Поэтому я не буду гадать, о чем ты думаешь. Абсолютно верный ответ. Давай, телепука. Эй, что за звук? Да шо, пизда твоей двой. Диверсия? Да, блядь, диверсия. Ты ебанашка. Диверсия, говорит. Стоять. Подожди секундочку. Обратно. Кто-то меня расстреляют эти. Так. Это забираю себе. Это сюда. Это вот так. Это вот так. Нахер. А где все эти примочки? А, понятно. Убил, взял, поместил, хуяк, все сделал.
И толку, смысл. Но я понял, что да, они появляются, передают резидиум друг другу, если убиваются, перетекают другого. Немедленный сбор его таким образом невозможен. Непонятно. Уничтожены всех моих копий, да, достаточное количество резидиума для инфузии. Ну и что? Ну тогда я его прикольно. Неприятно. Мертвое я не смогу не заряжать инфузию. Не оценивать эту эксперимента. Нужен кто-то еще. Заменит. На это дело Алексис было на. Алексис. Все время этот Алексис. 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 Это этот самый, который стреляет этим. Как его? Ядом, ядом. Кажется, она. Алексис. Так, было бы легче вдвоем его зами. Эксперимент за чередами системы кол. Каждый рюк является местом. Да понятно, да готовку, я не пойму. Не понял, наблюдение. Успешное проведение призыва. Петлика, понятно. Аномалия продолжает очень малое средство количество. Стабилизатор. Блин, что попало, короче. Бред полный, нахуй. Дальнейшее действие. Поскольку нам удалось привязать петлю к идеологам. Секундочку. Не должно возникнуть проблем с подбором реактивов. Реакции. С подобной реакцией в масштабах. То есть с призывом призывного насыщенного объекта. Где наличие его и т.д. к нему для создания постоянного гостя. Постоянного гостя. Проживающего курс. Постоянного гостя. Постоянного гостя. Неужели я могу на бумажку? Неужели я могу двоих сделать? Наблюдение по результатам объявлений этого утра. Заметное улучшение эффективности резидентов Кольта и Джулианны. Да. Становятся очевидными два факта. Первое. Петля действует уже какое-то время, и они сохраняют память о каждом цикле, в то время как остальные, а главное, мы все забываем. Хватит меня отвлекать. Если все и правда так, можно предположить, что уже некоторое время мы каждый день делаем одни и те же выводы. И далее мы стремимся к сохранению знаний и памяти для нового цикла. То есть... Хотя мы и можем сохранять эти сведения, мы, очевидно, повторяли первые этапы исследований неоднократно, не делая открытий. Очевидная мысль. Наверняка мы так уже делали, и это ничего не дало. Отсюда и эти сомнительные эксперименты с инфузией резидуума, которые помогут сохранить брелоки между циклами. И если мы научимся сохранять брелоки, сможем сохранить и себя. Понятно. Короче, память чисто в Сан-Путе, блядь. Хуета. Так, ладно. Выйти. Так, тут я два раза топился. Не хочется еще раз удалить. Все, валим нахуй. Вроде. Тебе чертовски показалось. Хуясь, это жирная, блин. Вии! Yes. Как
какой геморрой тут, это пиздец. Не, ну конечно прикольно, когда ты догадываешься до развязки. Но блин, какой же геморрой. Это, блин. Ужас. Туби теперь с этим, еще туби, блин. Опля. Ну да, без разницы, отлично. Сейчас надо его сразу улучшить. Виндзе не хочет идти на вечеринку. Понять можно. Извините, док, петлю придется разорвать. Это утром сюда, ладно. Так, забегаем сюда, сюда. Все, не сюда, сюда, не сюда. Подожди, а как сытки улучшить? А, вот. Вот она. Вот она. Опа! Опа, нашечка. Сюда, 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 сюда. Так, это есть, да? Так. Не так, а за гроши. За гроши. Ой, да что ты, что ты делаешь? Ага, это в принципе по большому счету можно сбегать к пёсику, правильно? Сбегать сейчас к пёсику. Посмотреть, что где как, кого куда, куда кого откуда. Просто, блин, там столько говна всякого бегает. Не, давай сначала сделаем вот эту серию, а потом посмотрим. Проверить тупи. С наступлением темноты. Не понял. Хорошо, я понял, что это. Останется лишь одна, и она будет работать до упора. Хорошо, если только туби не заменит ее в даунтауне. Окей, туби. Так тубишь. Ладно, так берем это. Мне нужно сюда, но мне нужно не утром, а днем получается. Перемещаемся. Я все сделал, да? Да, все сделал. Wake up! Filmori, wake up! Так. Вот эту, блин, как, куда, что это? А, ну да, правильно, я ее валю. Ломаю фейерверки. Потом тут всех перевалю. Все, я все понял. Правильно, да. Вот сюда. Сейчас по-быстренькому сделаем что-то одно, а потом уже будем бегать туда-сюда. О, бля. О, бля, что именно вот этого, да? Никак больше, никак. Никак. Ну ладно. Ну да. Так, мне нужен здесь. Здесь мне нужен. Назад. Здесь мне нужен прыжок. С перепады под вертом, ёпта. Да блин. Никакого костюма нет, ни хрена, неинтересно. Невидимка и прыжок. Да. Да, это все есть. Заело, это все есть. Так, тупишь у нас там по времени. Осталось 16 минут. Давайте, наверное, завершим, а потом будет веселее уже, правильно? Правильно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, там есть такой прикольный. Что там еще? А, ставьте лайки, да, точно. Пишите комментарии, ну или дизлайк, если не понравилось. Будем работать над собой. Но если поставил дизлайк, напиши обязательно комментарий, чтобы понять, как к чему двигаться. Что еще? А, точно. Всем здоровья и удачи, и успехов.
Пока. We'll be right back.